10 августа в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной пройдет всероссийская акция «Безопасность детства». В этот день посетители парка смогут получить квалифицированную помощь юриста и психолога, стать участником показательных занятий и мастер-классов служб МЧС, Мособлгаза, поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», принять участие в семейных спортивных соревнованиях, эстафетах и конкурсах. Юных участников ждут призы и награды.